Так, ладно, всем привет. Вот вы, допустим, установили из магазина приложений Apps, который в вашем телевизоре Samsung TV, приложение, которое вас не устроит. И для того, чтобы его удалить, мы ищем установленные приложения. Вот рубрика перед нами, посмотрите, установленные приложения. Я беру вот этот пульт у Samsung и нажимаю и удерживаю вот эту толстую кнопку. Перед нами появится такой... Такая вкладочка с предложениями «Удалить». Что мы делаем? Мы нажимаем снова вот на эту толстую кнопку «Удалить». Да. Кстати, многие каналы, я хотел сюда установить телевизор, чтобы смотреть, ну все буквально платное. Где-то предлагается 14 дней посмотреть, где-то один день пробный для просмотра обыкновенных телевизионных каналов. Ну в этом, конечно, удивительного ничего нету, но это не мой случай. Не хочу я платить даже 300 рублей в месяц за телевизор. Так, удаляем. Удаляем. За телевизионный канал, имею в виду. Все удалено. А вот есть приложения, которые, посмотрите, допустим, я беру Иви, вот это приложение сейчас активировано, зажимаю здесь толстую кнопку, а оно мне не дает удалить. Можно добавить на главный экран, как любое другое приложение. Ну, такая, в общем, вещичка. Видимо, это какие-то встроенные приложения, такие в обязательном must-have, которую вы не можете удалить. Ну, как на смартфонах имеется. Ладненько, держим связь.